Всем привет! Это новое видео о нашей поездке в Польшу к друзьям. В этом видео мы пройдем паспортный контроль, прокатимся по Польше на машине и познакомимся со всеми лошадями, которые живут у наших друзей. Приятного просмотра! Я буду видеть теперь, что у меня болит спиной. Ты приехала сюда поселиться? Я приехала. Кстати, горят огоньки, глянь, как клево. Видно, видно? Не видно. Что там у тебя такое? Меня не видно. Наш самолетик. Все, идем. Да, патриотическая эстрада. Уже полосочки в цвет флага. Да, кстати, полосочки в цвет флага. Прикольно. Вон там встречающие видно. Мы еще туда доберемся. Но сначала, я так понимаю, надо контроль пройти нам. Сначала нам надо пройти контроль, они могут встречать в другом месте. Это может те, кто знают, что тут прилетают. Вон там, я не знаю. Они нам помахали, я не знаю. Я помахала. Нас здесь должен встречать Дарек, сейчас будем искать его. Когда пройдем. Пока что я не видела. Очередь на Шенген. Шел второй час ожидания в очереди. Все еще стоим в очереди, да? Осталось совсем немного. Приехали, сейчас пойдем искать наших. Да какой жрать? Сначала нам надо найти друзей. Сначала Дарека надо найти. Есть. Давай выйдем сюда чуть-чуть, не на проходе стоять. Будем искать Дарека. Сначала надо найти Дарека, а потом доехать до дома. Они говорят, Матка Божья, да? Ой, теперь мне можно очки одеть? Ну, чтобы увидеть, я ж не увижу его иначе. Бескультурщина, фу. Тут, блин, закрылась. Лезли не признают границ. Ага, на английском. Я постоянно, когда поляки говорят Анастасия, мне слышно, что анестезия. Ну что ж, как слышится, так и слышится. Ну, это его, я типа на сцене с Анастасией. Смотрим еще. Думаю, ищем тут. Так, и вот наша подружка Настя. Это тоже Настя. Настя. Дарек. Все, идем. Страшно долго было. Да, да, очень паспортный контроль, очень долго. Так это может для вас, как для жителей. А мы ж не жители ЕС, наверное. Ну, вот поэтому. Что много лесов. Thank you.
sprawę właśnie z tego. Wyjeżdżamy z lotniska, no nie słyszysz? Видела на Фейсбуке, что сынок родился. А у Бенни там немножко таких проблем было. Можно сказать, на здоровье. Ага, ага. Ну, думаю, Агнешка вернется к нам еще. Ну да, когда ребенок подрастет. Крыши постасило. Да. Дерево упало. Ну, дерево-то ночью, когда мы приехали. Очень красиво. Вот оно вроде бы природа, огороды и все, но все равно вот оно... Когда оно ухоженное и красиво, оно красиво. А от вас до Инна-Вроцлава там маршрутка часто ходит или как? На автобус? Да. Я думаю, в каждый час. Потому что у меня билет на завтра до Варшавы на автобус из Инна-Вроцлава. Из Инна-Вроцлава? Да. А, пойдем, я взял парни. О. На эти три дня. Ага. О, там приехали в свою квартиру. Ага, да, вот тут вот поворачивали. Да, у Каролины Мебери, один тому назад, потому что она делала это, эти праздники для Венди. А, да, когда собирают урожай, да? Да. Ой, я в прошлом году помню. Я помню, в прошлом году ты в прямом эфире снимал, красиво было, да. А в этом году не снимал? Мы же ждем! А в который час завтра? В 12. Как? В 12. В 12, а, спокойно. Да, я специально так брала, чтобы не сильно и чтобы туда не поздно. В Варшаву он в 6 часов или в 7 прибывает. Я специально так смотрела, чтобы не поздно приехать и не рано уезжать.
А, не пасутся он. Еще не загоняли их. Я их веду здесь как темно делается. Половину десять. Разно. О, побежал к ним. Они дружат, да? Ну, так. Так как гошат собаку. Плавать умеете? Плаваешь? Плавать умеете? Плавать, да. Где нужно плавать? Я купание не знаю. Да. Как будет жарко, думаю, на конец. Через сколько дней будет жарко, говорили. Здесь? Да. Это самая старая. Привет! Более чем 20 лет. Привет! Лама. Привет, лама. Лама. Хорошая такая. Такая хорошая, да? Привет. А, все как сразу увидели. Немножко кататься на лошади. Можешь начать на ламе. Я могу даже получить. О! Ты будешь работать с этими лошадами. Молодыми. Да. Это Лотек. Привет, Лотек. Привет, привет. Молодый. Привет. Молоденький, да. Хороший. А лама уже домой пошла, да? Лама домой пошла уже, получается? А нет, там. За Ивой, да? Это ж у Каспера, наверное, или... У кого мотоцикл? Куба. У Куба? Да, Дукати. 750. Неплохо. Может, вас перевезет немножко? О. О, Настя сразу. Да, тоже квад. Мы сейчас посмотрим, что там, потому что он хорошо не ходит. Привет! 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 А это кто? Молодая Токай, девочка? Токай. Токай. Ой! Унгарское вино. А его мать была текила. Он отец Шури. А это кто не молодой, да? Да. Шури и мать не живет. Большая. Хорошие такие. Какие они хорошие. Стрижка прикольная. Она тоже молодая. Так как Лотек. Один месяц младшая. Ну и здесь место можно поездить, ты знаешь. А там тоже можно. Там тоже можно. Сначала я думаю там. Если познакомишься с лошадами. Они ж семья. Станил семья. Вот какое счастье собаке. У него адахата. Я не знаю, как это будет по-русски или украински. Але у ребят, которые, ну, большая распобудливость. Ага. Это так синдром АДХД называется. А. Ну, а как жарко, мы здесь купаемся. У вас вы новый сделали, да, по-моему, да? И уточка. А у меня же зрение плохое, я помню, я уточку думала, что это живая, ее фотографировала. А потом уже, когда купалась, подплываю, она не настоящая. Вода чисто. Да, класс. Здесь 2,5 метра. Также мы очень часто после работы, в свободное время здесь купаемся.
Бо ми з кармяли. Я ще там бачив кристали. Кристали тут ще обкрухачі, космоша центрова. Ja to pokażę, że ma dwa sposoby brania. Ty już lepiej nic nie pokazujesz. No tak już na ogrodzie tyle czasu, żeby pokazać. Dobrze. No. Się musiał wbombać. Nie, wyżby mają takie umaszczenie i budowa. Wyższy jest na nogach i labrador.